Говоря о фундаментальных принципах языка Python, мы прежде всего должны вспомнить про модель данных. Данные, вообще все данные, которые мы используем в программированном языке Python, будь то списки или числа, будь то функции, типы или даже классы, в момент исполнения кода они все лежат в оперативной памяти вашего компьютера. Объекты — это всего лишь представление данных в языке Python. В этом уроке мы поговорим о том, как язык Python работает с объектами, как язык Python работает с данными и как же работает оператор присваивания.